На площади чудесный праздник, а я иду немножко в сторону от площади флага в Сочи, потому что здесь произрастает одно из самых удивительных деревьев в центральном районе города Сочи. Я могу на него залезть. Называется оно лапина крылоплотная. Последний большой участок с этими деревьями сохранился только в долине реки Шахэ, недалеко от аула Большой Кичмай. А у нас в городе Сочи осталось одно единственное дерево, и растет оно именно здесь, на площади. Вот оно, за моей спиной. Название этого растения удивительное – лапина крылоплодная. A big disgrace, waving your banner all over the place.